Друзья, всем привет! И мы начинаем новую игру Terraria. Один из подписчиков уже давно просил, чтобы я сыграл вот эту замечательную, прикольную игру. Ну что ж, друзья, давайте-ка попробуем. Итак, давайте-ка мы попробуем пока пробную версию. Если же она вам понравится, я куплю, друзья, полную версию. Ну что же, начнем. Итак, давайте-ка посмотрим. Terraria – это игра о путешествиях на край света и о сражениях со злобными боссами. Коснись здесь, чтобы начать. Итак, друзья, я вижу, у нас есть меч, кирка и топор. Ну что же, используй джойстик в левой части экрана, чтобы передвигаться. Ну что же, пока все понятно, все довольно-таки просто. Отлично, друзья. Итак, я как понимаю, нам нужно... Вот, мы можем передвигаться. И, наверное, сейчас мы сможем, друзья, рубить деревья. А ну-ка, друзья, возьму-ка я топор и попробуем, а как мы можем вот задействовать. Ага. С деревянных платформ можно спрыгивать, двинув джойстик вниз, попробую спрыгнуть с платформы. Вот не совсем, друзья, я понял, какая деревянная платформа. Вот вижу я пока только деревья. Вот что имелось в виду. Это что за звездочка? Упавшие звезды. Ничего себе, друзья, какую-то прикольную упавшую звезду. Итак, друзья, прошу не судить строго. Первый раз играю эту игру, поэтому еще полностью не знаком. Так, что это? Вот это такое интересное. Вот не понял, друзья, как мне нужно здесь что делать. Кстати, а что сделать вот этой звездочкой? Вот, кстати, давайте-ка посмотрим. А что? Ну, с мечом это понятно, я буду сражаться. Вот. Так, ну, давайте. О, друзья, нашли какой-то сундук. А ну-ка, друзья, давайте-ка вот попробуем вот найти. А как его открыть, интересно? Вот, непонятно, друзья. Немножко мне непонятно, пока буду с вами разбираться. Вот, мерцает сундук. Как его открыть? Попробую я его коснуться. Вот, ничего не происходит. Вот, как нам открыть вот этот сундук, что нужно делать, вот, не понимаю, друзья, вот, честно говоря, не понимаю, что нужно делать, вот, ага, а вот есть какой-то еще прицел, и что же мы можем делать, ну, как-то вот так, друзья, вот, не совсем, вернее, совсем не понимаю, как нам, вот, работать вот здесь. Вот, вот какой-то прицел. Как нам вот с ним заниматься? Что же здесь делать? Не знаю. Не знаю. Просто, друзья, не знаю, что мы здесь можем делать. Итак, с деревянных платформ можно спрыгивать. Сдвинув джойстик вниз, попробуй спрыгнуть с платформы. Где вот та деревянная платформа? Что я сделал не так, друзья? Не понимаю. Итак, давайте-ка я вернусь назад. Вот, попробую как-то сделать что-то. Кстати, ага, так и не понял. Какая-то плавильня. Вот, а ну-ка, ага, вот, друзья, вот та деревянная платформа. Вот, ага, понятно, понятно, друзья. Вот, все понятно. А ну-ка, друзья. Коснись экрана рядом с персонажем, чтобы выполнить действие так текущим предметом. И что же? Ага. Вот, и что же, чем же? Ну, наверное, киркой, друзья. Или что нужно делать? Ага, вот так, 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 вот так. Разбиваем, разбиваем землю. Ну, уже начинает получаться, друзья. Начинает, мне кажется, мне вот получаться. Сдвинь джойстик вправо, чтобы копать, рубить или атаковать в этом направлении. Ну что же, как-то вот так, друзья. Вот набиваю я какую-то землю, кубики. Дальше что с этим делать, непонятно. Вот писали, что очень похоже, друзья, игра на Майнкрафт. Ну, я, по крайней мере, вот надеюсь, что она вам понравится. Ага. В верхней части экрана находится панель инвентаря. Для переключения между предметами необходимо коснуться нужного значка.
Ну вот, друзья, набиваю как-то вот эту землю. Вот для чего она, друзья, мне нужна, я не знаю точно. Ну, ага, друзья, вот, добыли, и мы дошли до какого-то камня. А ну-ка, друзья, камень, и что же? Камень нам тоже нужен, да? Как я понимаю. Итак, давайте-ка посмотрим, что уже я собрал. Вот. А где же камень? Вот. Вот, ну-ка, друзья, давайте-ка еще будем добывать камень. Вот, правда, куда мы его деваем, я не совсем понял. Вот так, земля, камень, земля, камень. Вот, добываем, 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 добываем. Вот так, и что же дальше мы будем использовать? Ну, как-то вот так, друзья. Ну что же, забавно, забавно, забавно. Итак, давайте-ка мы попробуем вот сделать какой-то туннель. Вот смотрите, как прикольно получается. Вот. Ну что же, здорово. Очень-очень необычная игра. Вот. Давно просили некоторые подписчики, чтобы я поиграл в Майнкрафт. Вот мне кажется, эта игра, вот кто-то из подписчиков писал, что очень похожа на Майнкрафт. Ну, возможно. Итак, как-то вот разбиваем. Не совсем я, друзья, еще разобрался, как здесь все работает. Интересно, добуду я вот сейчас. И смотрите, как прикольно, друзья. Вот что я и подозревал. Вот мы дошли до озера и вот выпустили воду. Вот, переключитесь на меч, коснувшись знака меча на панели управления. Ну что же, это было прикольно. Вот это было прикольно. Давайте-ка я выберу меч. Вот интересно, если где какие-то враги к нам попадутся. Ой, а что это было? Ай, друзья, это какой-то монстр, зеленый слизень. Да, это был какой-то монстр. Давайте-ка я попробую его победить. Ой-ой-ой. Вот так. И что же, победил я его? Вот так, ну еще немножко. Вот так, а ну-ка, друзья, давайте-ка попробуем с ним справиться. Вот так, да, удалось, удалось. И мы получаем, друзья, медную монету. Вот, интересно, что же за медные монеты мы сможем купить. Ну вот, появились первые враги, слизни. Я как понимаю, друзья, это очень слабенькие враги. А как нам теперь назад выбраться? Друзья, ну, без кирки, наверное, без того, чтобы вот пробить туннель, я не смогу выбраться. Интересно, я вверх смогу вот с вами добраться как-то? Вот, ну попробую сейчас что-то сделать. Итак, давайте-ка как-то вот так. Вот, попробую джойстиком вверх, чтобы пробраться. Вот, непонятно, получится ли это мне, но я постараюсь. Ну что же, вот такая вот необычная, забавная. Ага, друзья, вот смотрите, удалось вот мне пробраться дальше. Вот интересно еще, друзья, при помощи топора удастся ли мне рубить деревья? Да, вот смотрите, как здорово удалось убрать деревья. Ну что же, здорово. Просто-просто необычно. Вот такая вот забавная игра. Итак, собирайте предметы, попадают в инвентарь, коснись значка, чтобы открыть меню инвентаря. Ага, вот они. Это твой инвентарь, верхний ряд предметов, это твоя панель инвентаря. Предметы можно перемещать перетаскиванием. Коснись вкладки с изображением головы, чтобы перейти в зону экипировки. Вот, зона экипировки. Вот, общая защита 0. В зоне экипировки находится твоя броня и аксессуары. Вот, пока ничего, друзья, у меня здесь нет. Вот, коснись вкладки с изображением наковальни и верстака, чтобы перейти в зону производства. Ага, а что мы можем произвести? Давайте-ка посмотрим. Вот первый инвентарь. Материал можно поставить, излучает свет. Ага, это какая-то либо свечка, либо факел. Из древесины и геля можно сделать факел. Да, вот видите, угадал. Выбери рецепт факела, а потом коснись кнопки «Создать». Ну что же, здорово. А это что у нас такое? Вот костер, деревянная платформа, грязь и верстак. Ну что же, интересно, друзья. Вот, здорово. Ну что же, давайте-ка я создам вот этот факел. Вот, отлично. Закрой это меню. А как его закрыть, друзья? Вот, ну, наверное, крестиком. Чтобы исследовать подземелье и создавать лучшие предметы, нужно добыть руду
Выбери кирку. Ну вот, друзья, пошло у нас обучение. Найди разные виды руды. Добудь ее, касаясь экрана рядом с блоками руды или с помощью джойстика справа. Ну что ж, друзья, мы с вами уже, в принципе, немножко разобрались с разными рудами. Ой, это что такое? Вот какие-то ягоды. Ну давайте-ка я, наверное, все же для производства руд спущусь с вами вниз. Вот здесь много всевозможного камня. Вот и камень, и земля. Ну, как-то вот так. Вот только непонятно, друзья, смогу ли я выбраться в обратную сторону. Вот так, вот так. Вот влево могу я пойти, а вот вправо, друзья, не уверен. Получится ли у нас. Ну, тем не менее, как-то вот так. Итак, давайте-ка разбиваем. Ну, давайте-ка я вот эту еще кромку каменную как-то попробую сгладить. Вот, смотрите, как здорово. Ну, в принципе, уже довольно-таки неплохо мы с вами справились. Вот разные руды добываем, разрушаем. Вот камня уже набили достаточно. Вот и продолжаем набивать. Интересно, сколько я уже камня набил. Давайте-ка посмотрим. Итак, вот земли 142 кубика, камня 72. Вот, а зачем они, мне пока еще не знаю, но, возможно, друзья, понадобятся. Вот, ну, вот пока не проходит эта кнопка подсказочки, мне кажется, мы уже достаточно с вами вот добыли руды, но почему так вот происходит, непонятно, друзья. Так, давайте-ка я попробую как-то еще вверх забраться. Давайте-ка, друзья, интересно, смогу ли я звездочкой что-то делать? Нет, а если мечом? Вот так, здорово. Ну что же, пошли дальше, друзья, будем разбираться в этой. Ой-ой-ой, друзья, куда это я упал? Наверное, я из высоты очень сильно упал. Итак, нужно будет еще разбираться с этой игрой. Ну, как по мне, игра довольно-таки необычная, забавная. Итак, удалось, друзья, собрать грибочек. Ну, как-то вот так. Что же, неплохо, друзья, неплохо. Итак, ага, часть жизни мне удалось потерять. А ну-ка, друзья, давайте-ка попробуем зажечь свет вот этим фонариком. Вот, а ну-ка, друзья, вот как мне его активировать? Вот как мне активировать фонарик? Вот, поставить, излучай свет. А ну-ка, друзья, вместо грязи давайте-ка я поставлю вот сюда, ага. И вот, ага, смотрите, как здорово, как при помощи... Ой, что я что-то не понял, друзья, а почему он так быстро пропал? Ой, куда это мы спустились? Почему так быстро пропал фонарик? Прошу прощения, не фонарик, а вот этот факел. Ну, как-то вот так. Ну что же, здорово, друзья. Итак, давайте-ка еще попробуем взять факел. Вот так. Почему-то не перетаскивается, друзья. В чем дело? Почему я не могу перетащить? Вот, ну, возможно, друзья, сначала давайте-ка землю, а потом факел. Либо грибок. Грибок, как я понимаю, друзья, нужно будет либо кушать, либо что-то сделать с ним. Вот. А ну-ка. Ну, не знаю, в чем дело, друзья. Ну, не могу почему-то вот передвинуть. Вот. Ну, как-то вот так. Ну что же, друзья, будем еще с вами разбираться. Итак, давайте-ка я пойду. Вот попробую куда-то как-то пойти. Ну что же, довольно-таки необычно, забавно, прикольно и здорово. Вот, ой, что это было? Как-то темно. Ой-ой-ой, друзья, и кто-то нашего героя стреляет. А ну-ка, пошли-ка на разборки. Ой, что это было, друзья? И нас убили. Не знаю, что это было, но нас убили. Вот, ну как-то вот так.